Хейо, гайз, с вами Шимики, и это Crash Bandicoot. Но это Crash Bandicoot номер 2. Cortex Strikes Back. It's Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Ну что, поехали. Новая игра. Первую часть мы прошли. Одолели доктора Неготив. Теперь мы идем во вторую часть. И потом у нас останется третья. Потом можно еще будет сыграть в перезапуск еще одной игры. Clench and Clank. Да, Clench and Clank, если не ошибаюсь, так кажется. Поправьте меня, типа. Да, это как закончилась наша вот эта часть. Мы удаляли доктора, он упал. Какие-то кристаллы. Кристаллы. Конечно. Год спустя. Нихуя себе. To reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. А, все? Мы уже... О, мы уже играем. Что она хочет от нас? А, типа, я понял. Да, инвентарь. Что? Что это такое за механика новая? А, нихера себе. Подкаты? Ого, ребят, это что-то новенькое, слушайте. С подкатами. Тап. Ну, понятно, что у нас... обучелка. Тут дырка была. Ну, скорее всего, бить я могу только так. Континуум. Ну, мы проходили первую часть. Я думаю, для нас сложности не будет. Начало игры. Наоборот, нафармим себе жизняк. Я что, достать не могу? Серьезно? Ладно. Это что такое? The Warp Room. Телепортирующая комната. Warp. Или комната перемещения. Нет, Teleport. Это телепорт. Телепортирующая комната. Ну да, Warp это перемещающая. Ого. Так, так, так. Неужели так наш Crash Bandicoot? Добро пожаловать. И чтоб ты пришел в мое логово, штамповало. Мне нужна твоя помощь. Здесь есть 50 дверей, за которыми есть кристаллы. Вот такие вот кристаллы. Принеси мне эти кристаллы, Crash. И я сохраню тут там что-то, жизнь кому-то. Так, ладно, тоже свут. No go. Pancake. The beats. Crash dash. Crash dash, скорее всего, гонки. А это выход, да? Давайте сюда. Я просто хочу посмотреть. Тарлвудс
Я могу, типа, перемещаться между... Типа, в локацию телепортируюсь, знаете, типа? Или нет? Ну, здесь уже дается мне как бы выбор, куда я могу идти. Там мы чисто шли по уровням. А здесь у нас 5 уровней, да, было? 5 и 3 кристалла нужно найти. Так, ладно, меня куда-то телепортировало. А, не. Мы просто где-то оказались. Так. О, он у нас уже может плавать. А ну могу я ломать в подкате? О, я могу убивать в подкате. Новые механики, прикольно. Секрет так нету, да, там? Жаль. Мне нужно-то бояться? Нет. Буду-буда. А, он теперь начинает светиться, видите, ярче. Так, шипастая черепаха, ну нахер. Доб жизнь. Да, нужно доб жизни фармить, пока есть возможность. Так, континуум. Давай, давай, крэш. Так, отлично. Сейчас бессмертие, да? А, теперь маска на нас одевается. Короче, теперь у нас какие-то типа мини-арены появляются. Вот это кристалл, да? Что? Теперь я могу даже так делать. Хорошо. Обязан, да, туда прыгать к ним? Типа мини-аренки. Окей. Я получил кристалл. Сколько еще коробок? Нихера себе! Нихера себе! А где там столько еще коробок было? Вы что, гоните? Там даже в помине столько коробок не было. 69 коробок. Надеюсь, здесь на меня уже коробки падать не будут. Но если смотреть по лейдингу. Нет. Окей, это отлично. Потому что это сэкономит какой-то промежуток времени. Только сами лейдинги стали, мне кажется, немножко дольше. Отличная работа, Крэш. Я знал, что я могу довериться тебе. Но будь осторожен. Типа мой великий интеллект что-то там сделал. Который может... Что-то там может уничтожить весь мир. Ты здесь, Крэш, Крэш, Крэш. Ты меня слышишь, Крэш? Она типа взламывает систему. А, подождите, тут что, только один? Или я чего-то не понимаю? Всего 25 кристаллов. Это всего в игре. Почему здесь на время? То есть один и тот же или что? Я не хочу играть в одно и то же. Давай, просто проверим. Если уровень идет там же, где мы были, значит я леваю. Типа это ж неинтересно, камон. Типа на время потом проходить. Кристаллы. Сейчас узнаем. Да. Да, мы здесь играли. Систем опионс, так это мы видели. Game Opions.
Давайте немного даже... Так, сделаю. А, я не могу вернуться. Отлично. Или могу? Стопа, нет. Не-не-не-не. Выход, выход, выход. Я должен вернуться. Я не хочу играть в одно и то же. А почему тут так мало порталов? Что-то очень странно, ребята. Всего лишь 5 уровней здесь? Не может быть. Мы прошли мини-обучение, где нас научили прыгать, делать подкаты. Ну да, вот мы кристалл один нашли, один еще кристалл. Скорее всего, за все коробки тоже, да? Go Snow. Snow Go. Снежный биом. Snow, типа снег. А Go, типа идти. Хождение по снегу. No go. Hind. Discover and finish the secrets. Здесь нету секретных коробок. Нитро. Что-то новенькое. Здесь сразу видно. Я понял. До этого касаться уже нельзя. Ясно, понятно. А, вижу стопы. Тайник. Тихо. Едь, едь, едь. Да ё-моё. Не, вот это новый механик, поехали. Плавание в воде. Ну, типа, застревание в воде. Если даже можно так сказать. Но я не могу стёлкой, да, типа, теперь меняться. В смысле, я туда не могу запрыгнуть. Там я вижу проем. Ладно. Подкаты будем делать. То же самое, что было раньше. Вот эти бомбы, да, нитро. Новенькая. Да? А не. Я думал, что-то как-то коротенькое. Процентов, что тут что-то есть. Нету. Откуда я знал? Откуда я знал, что меня там что-то может раздавить? А, класс. Тайминг. Ты тайминги. Ладно, жрём яблочки. Типа мне нельзя просто стоять там. Хорошо. Просто нельзя стоять. Вот эти бомбы, которые мгновенно взрываются. Так, мне намекает, что там что-то внизу есть. Еще такой вопрос. Точно там что-то есть? Ну давайте прыгаем. Да. Бонус раунд. У нас теперь даже так сделаны бонус раунды. Ладно, так смог достать. Я ж не просекаю, да? Я ж не теряю контишку. Не, контишку не теряю. Фух, все. Здесь хорошо сделали. Типа перемещение в другую область. Я просто боялся, что я сейчас контишку просто потрачу.
Не, новая механика мне чего-то немного вот эта скалка там напрягает. А, она мне просто вернула обратно. Буду-буду, да. Минус одно яблоко. Континуум. Так, тут ничего нету. Кристалл есть у нас теперь. Короче, да, тут нужно еще второй перс, с помощью которого нужно невидимые блоки делать. Собираем яблочки. Не, уровней, по идее, много должно быть. Я просто не понимаю, в чем проблема. Именно, я думал, 5 островов, знаете, типа в том помещении, 5 там, а оказывается, что нет. Типа, и выбирать мне тоже как бы не позволяют. Может, там между кристаллами как-то нужно именно подключаться? В принципе, можно попробовать. Divamp Room. А ну-ка. Плюс еще один кристалл. Сейф. Или нет? Короче, какое-то странное дело, ладно. Пойдемте в замок заброшенный. Ну, как изображено на миниатюрном домике. Хайк эйк хих. Эйк. Хех. Хэнг Эйха. Вот так оно читается. Ладно, поехали. Так, платформы, которые сами падают. А это джунгли. Ну, здравствуйте, пираньи. Из уже знакомой нам части. Вот что, камни нужно? А, да, тут один и то же. Враги. А, вот это что-то новенькое. Клик. Left. Оу, все, я понял, я понял. Ребят, я вас понял. Что? Это на время? Бля, я только заметил, что это на время. Сбоку. 0.19. Что за фигня? Минус яблоко. Вот это на скорость мне немножко не нравится. Очень не нравится. Но я умереть не должен, по сути. Ну зачем тогда делать на время? Я просто не заметил его вначале и такой медленно-медленно. Теперь я понял, что мне нужно пиздец туда бежать. А не, время все больше не идет. Странно. Так, кристаллыч. Да, они потом в воду погружаются, как я и думал. Нихера себе, трюкач.
Готово. Назад. Непонятно, где еще коробки. Но я выиграл. Типа будем по 5 уровней так проходить или что? Типа здесь выполнили, нас телепортировали куда-то еще. Или как это работает? Или пока мы все кристаллы не соберем. Было сказано 50 дверей. Или 50... Не, 50 кристаллов, да? Подожди, если одна комната 3 кристалла, у нас не выходит. Что-то тут не так. Ладно. Три кристалла. Неплохо. Я вижу что-то там. Окей. А вот еще что-то, подождите, есть. Бэдборд. Не-не-не, мне не нужно соединить со сервером. Get to win. Типа за минуту 20 я это сделаю и получаю. О. Хорошо, у нас делается так. Допиться. Побежали. Да, будем, короче, тогда по 5 порталов делать, если их тут не только 5. Я это надеюсь, потому что... Первая часть... Да хуя, как бы, уровней. Ты это... Что-то непонятное. Типа не взять, не дать. Ладно, побежали. Почему-то он у меня бывает не прыгает так, как нужно. Супермаска, бессмертие. Атакующая птица. И не страшно. Просто рашим. Ну, все, дорашились. Хе. Прикольно. Постоянное бессмертие. Не дурно, не дурно. На этих черепах лучше не прыгать. Ох, все, 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 тихо, тихо, тихо. Так, как эту птицу доджить? В принципе, я могу ее... Не могу. А, она меня просто отталкивает. Хорошо, ее нужно перепрыгивать. Нет проблем. Арена, поехали. Готово. Секретный уровень. Что за... Обычная коробка, да? Блин, я забыл, что я только один раз могу прыгнуть. А, не страшно. У нас есть еще шансы. Но только здесь нам, знаете, такая херь идет. Контишек мало дают. Просто если нам тогда давали сразу, да, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Если нам тогда сразу... А, не, я эти ломать тоже не могу. Ладно, тогда не знаю. Таких больше нет. Но вообще там сломали проход. Одна контишка. Нам по 3 давали. Ну, минимум, ладно, был один. Одна контишка, один раз. Нам всегда по 2 контишки давали. А тут что-то не аж жадничье подрубили.
Я думаю, нельзя им давать, типа, что-то сделать. Так, моего Унги нету. Ладно. О, тихо, они поднимаются, они подниматься начинают. А, в принципе, мы даже влаживаемся постоянно в 5 комнат. Или во всю игру. Или Warp Room. Лейдинг. Типа, он притворяется, у него новый этот подчиненный. Тогда у нас был Франкенштейн в первой части, а теперь какой-то чувак с невзорванной боеголовкой в голове. Так, я не понял. А кристалл где? Так, вот это ребята немножко сейчас. Где проебался? Вопрос. Давайте снова фастом сделаем все, потому что я кристалл не взял. Пускай серия будет в 40 минут, окей. Я кристалл не взял. По сути, я не смогу дальше пройти, пока не соберу кристалл. Вот этот, розовый. Мне плевать на красный. На другой. По сути, мне нужно вот эти собирать. Промежуточные проходить не могу никуда. Ой-ой-ой. Что-то я немного бомбу зацепил. Да не, убиваются. А, не хочу тратить время. А, они все-таки убивают. Хорошо. Значит, мне тогда просто повезло, что меня не убило. Я понял, что бомбу лучше не трогать. Лучше просто пробежать. Ищите кристалл. Просто я вообще что-то не заметил, когда мы его потеряли. Может, давайте в эту тогда сторону побежим. Может, просто я должен, по сути, был на эту сторону побежать? Ничего не изменилось. А, вон кристалл, вижу. Только не понимаю. То есть, серьезно, просто не ту сторону, да, выбрал? Короче, ребят, теперь бегаем постоянно налево. Мы уже сбегали с вами направо. И получили в скобочках нихера. Мы получили просто переигрыш одного и того же. Так, бонус не идем. Ой, ладно. Да? Мы сломались? Починились. Камера сломалась. Начал только играть, первая серия, уже сломал игру. Великолепно. Ладно, 29 у нас сейчас с вами. Ну, короче, 30. Вместе с лейдингом сейчас будет. Может быть, еще мини-запись будет. Непонятно, ладно. Если он от меня потребует все кристаллы, то я, скорее всего, не буду проиграть в эту часть. Потому что там нужно выиграть быстрее за определенное количество времени.
А другие кристаллы вообще непонятно как и за что. Скорее всего, за... А, за коробки. За 100% их. Питье дают. Ладно, погнали. Последний. Crash Dash. Ну, по идее, Crash Dash должен быть быстрее, потому что Dash это гонки. Типа, знаете, есть Dash... Блять, а как это называется? Короче, где ваши... вы играете за кубиком, типа под музончик прыгаете, от шипов и все такое. Ммм. Привет, первая часть. Привет, шарики. О, мины. Ясно, лучше... Лучше не делать подкат. В ненужном месте. О, у нас теперь электричественные сетки. Даже не такие, которые просто замедляют наше движение. Которые, блядь, нас могут еще и убить. Ну хотя нам, видите, даже подсказку дают. По вот этом, по этой соли можно понять. Куда лучше не бежать, куда бежать. Там, где соль, там безопасно. Нахер надо. Дальше бежим. У меня времени не так много, но я кристаллы все собрал. Это факт. Ой. А, она просто меня замедляет, хорошо. Я думал, она меня убьет. Нет! Фух. Просто на последних моментах успел. Ну, зато контишку взял. Зато континиум взял. 30... Ну, короче, мы выиграли за... 2 минуты, считайте. Забег. Раш. Мы с вами уже на... На мини-скейтборде покатались в водном, где есть ускоритель, новые механики подката, прыжка, а живот типа падения. Короче, тяжелое падение. Но сейчас посмотрим. Но мы собрали все кристаллы. А, серьезно, смотрите. Здесь уже все. Reaper.ru. Что-то знакомое. Reaper.ru, где-то я это уже слышал. Или мне кажется. Reaper.ru. Блять, этот. Ну, так он тогда был бешеный, да, кажется? Так он и сейчас бешеный. И. А, я понял. А, то есть мне нужно было его ударить в этот момент, или что? А, нет. Не, я думаю, опасно подходить к нему. Блять, а если он на меня сейчас прыгнет? Не, ну босс пока что... Легкий. Частично. Главное, чтобы он на меня не прыгнул. Прыгает на меня, блять, я сдыхаю. Класс, 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 класс! Тихо!
Что-то я тупанул немного. Ладно, давайте в этот угол спрячусь. Ну, прыгать там... Там, где и всегда. Мне нужно понять, куда он не прыгает. Вот сюда он, кажется, вообще не прыгает. Именно с зеленой бомбой. И вообще он сам по себе туда не прыгает. Или прыгает? Не, не прыгает. Так, а теперь мне нужно здесь стоять. Он тогда прыгнул на буковку А, блядь, и меня ёбнул. Нет? О, хорошо, значит он в углы не прыгает. Да, значит теперь нас заставляет собирать кристаллы, чтобы пройти дальше. Надо такое, знаете, теперь делать нам. Типа не нашел кристалл, как мы вот в джунглях. Играй повторно. Потому что, видите ли, у нас здесь есть поворот не туда. А, мы зато справились, в принципе, 38 минут, 37, ладно, плюс заставка, и... И куда дальше? Сюда? Ап! Опа-на! А, даван? Понятненько. Ну что, друзья, теперь все ясно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.